Поехали. Всем привет. Мы снова в плане танка. Перед вами Михаил Чудин и Елена Пушкарова. Сегодня они выступили с прекрасным танцем. И я задам им несколько вопросов. Расскажите, пожалуйста, о первом вашем танце, который вы танцевали. Первый танец это было танго Карлос и Сарди. Это один из тех оркестров, которые мы искренне любим. То есть вещи, которые мы как профессиональные танцоры обязаны уметь танцевать. И именно Ди Сарли это тот оркестр, который у нас рождается всегда из души. Сколько вообще оркестров, каких направлений вы знаете, чтобы могли бы нашим зрителям ключевые оркестры? Я бы их условно разделил на несколько линий. Это Ди Сарли, который для нас стоит немножко особняком, да, то есть это некая элегантность. Затем это то, что мы называем мягкие ритмы. Это не термины, это просто наш внутренний сленг, да, то есть это такие оркестры, как Тантури, Родригес, такого плана вещи. Еще один оркестр, который для нас стоит особняком, это Асфальто Пугьеза. И в качестве верхнего, так сказать, вишенки на торте, это Дориенс, который тоже, совершенно особый. И с каким настроением вы танцуете вот эти вот четыре направления? Четыре, да, так сказать? Да. Ди Сарли для нас, для меня, если ты не против, я как лидер изложу. Для меня здесь главное, наверное, слово это элегантность. И элегантность. Отчасти, наверное, мягкость. Вот, это вот то, что касается Ди Сарли. Когда мы говорим про мягкие ритмы, здесь нам интересно попадать в ритмические рисунки. Плюс давать... Какое оркестр? Это, например, вот фриседа, который мы танцевали четвертым. Четвертым еще дадим. Да, ритмические рисунки и плюс вот специфическая мягкая каденция, которая актуальна там. Пульеза для нас это, наверное, в первую очередь характерный шаг и контрасты. Контрасты. И, наконец, Дориенцо – это ритмические рисунки плюс энергия. Вот, я думаю, ты согласишься, для нас Дориенцо, наверное, это самый, может быть, не столько сложный, сколько самый ответственный оркестр, потому что там сплетаются вот два вот этих вот компонента. Ну, а сейчас мы посмотрим Ди Сарли и попробуем отличить от других оркестров. Смотрим. Михаил Чудин, пожалуйста, thank you.
как вам видео? Понравились? Они очень старались. Для этого работали 5 лет. Ну, 5 лет мы работали вместе, а каждый по отдельности 7. Колоссальный срок. Пишите комментарии, ставьте лайки. Кому не нравится, дизлайки. Подписывайтесь на канал, колокольчик. Пока-пока.